Привет, друзья! Вы на канале «Карева. Жизнь на Кипре». И сегодня мы с вами сходим в магазин. Я вам покажу, какой ассортимент товаров есть, продуктов и какие на него цены. Пойдем! Так, мы зашли в магазин и сразу попали в овощной отдел. Скажу так, ассортимент на рынке значительно лучше. Вот такие страшненькие огурцы там стоят вообще копейки. За такую цену там я куплю более красивые огурцы. Вот. Помидоры также. Вот такие помидоры, вот страшненькие, вот такие вот, там стоят вообще по 8 лир. А по 16, вот как здесь такие страшненькие, на рынке можно купить очень красивые. То есть цены одинаковые, но сам товар, качество вот товара на рынке значительно лучше. Вот. Это я вам просто показываю. Вот. Цены и ассортимент товаров. Сейчас цены, как я говорила, подросли. Это связано с повышением доллара, а также связано с тем, что здесь немного не сезон на некоторые товары. Была жара, все горело. Вот. Но зимой здесь должны цены более упасть. Вот. Скоро будет сезон лимонов. И они будут копейки, апельсины будут копейки. Сейчас апельсины по 12 лир, это очень дорого. Они вообще по 2-3 лира будут. А на деревьях бесплатно. Я обычно на деревьях ровно. Ну, в общем, ассортимент такой. Вы знаете, цены, вот персик стоит 2 доллара. Ну, это не дешево. Мне кажется, в Беларуси даже дешевле. Но это сейчас. У нас достаточно магазинов больших. Я когда раньше думала, жила в Минске, я думала, боже, там, наверное, магазинов на Кипре нет. Там же все говорят, что деревня. Тут, знаете, в магазинах ассортимент лучше, чем у нас. Тут в магазине таком, в каком-то таком небольшом лучше ассортимент, чем у нас там в крупном магазине. Ну, вот по цене, что вот, например, большая упаковка шампуня 29 лир. Так, тут всякие всевозможные завтраки. Всевозможные. Вот Злата любит, я ей покупаю хлопья на завтрак, она, потому что рано уезжает. Вот посмотрите. Вот я обожаю оливки. Я, правда, покупаю на развес на рынке. Но здесь такой ассортимент этих всяких оливок, что просто... Вот. Большая банка оливок вот таких вот стоит 29 лир. Это 1 килограмм. Они вкусные. Можно купить маслины, более таким маслинным, как ну, такой сорт оливок. Я так понимаю, черные, светлые. Нутеллы, пасты, арахисовые. Вот и всевозможные джемы. Тут из такого слайма, вот лимон и лайм, видите, такой вот стоит меньше 2 долларов. Чтобы вы понимали, это тут джемы и варенье такое, оно натуральное. Если варенье, то это варенье, то оно с кусочками ягод. Мне... В общем, я люблю варенье Карлсон, поэтому я вам показываю. Так, различные там соевых соусов миллион, кетчупов. Паст. Любят большие они упаковки вот такие. Также памперсы. Мне очень нравится фирма памперсов. Вот Sleepy. Она по уровню как Мэрис. И цена очень недорогая. Я ее покупала в Минске на Экспобелле. Это у нас такой рынок, где продают такой товар более дешевый. Больше я нигде не могла их найти. Это единственные памперсы, которые не протекают, ничего. Я нашла их на Кипре. Я, кажется, турецкие. Так, вот это. Так, скажу сразу. Детское питание здесь вообще стоит безумных денег. Просто вот яблочное пюре, баночка, стоит, ну, по сравнению с нашим, ну, там, органик. Скажу, по консистенции тоже хорошая, но дорогая. Вот баночка питания спагетти, вот хиповская, 27 лир. Спагетти с мясом. Вот все, что касается, где мясо вот есть,
дорогое все. Просто фруктовая маленькая пачечка стоит $2. У нас она в 2-3 раза дешевле. Поэтому, когда мы сюда приехали, мы ребенка сразу отучили от этого питания, сразу начали готовить нормальную еду человеческую, уже и возраст позволял, потому что дорого. Вот. Это у них типа, я так понимаю, наны какие-то. Заметили, людей в магазине очень мало. Так, различные соусы, гранатовые, у них такой приоритетный. Уксусы. Очень любят добавлять везде уксусы разные. И гранатовый уксус, виноградный, яблочный, лимонный, в общем, грейпфрут. Всего чего. Вот какой-то... Так, вот что вот это сироп, наверное. Я тут еще не разобралась. Так, мы очень любим тунцы. Конечно, тунец здесь очень вкусный. Мы едим его каждый день практически. И за хорошую цену. Масло. Ну, конечно же, это страна оливок. Здесь очень много масла. На рынке продается оливковое разных сортов. Я вот покупаю домашнее оливковое масло. Можно в магазине купить. Вот цены на масло. Хотите, можете купить вот такую баночку. Большую, 5 литров оливкового масла на заправку за $20. А вот мой любимый тунец. Посмотрите, в каком количестве. Какой ассортимент. Вот мы покупаем такой, такой. $2, там 2 банки больших, либо 3 маленьких. В общем, это все тунец. Также мы покупаем фасоль, кукурузу. Вот я люблю эту фасоль. Мы на завтрак покупаем. Ну и различные тут такие перчики маринованные, прочие. Крупы. Здесь так интересно, смотрите, вот упаковка риса стоит $2. Цены подросли, это, конечно, какие-то очень дорогие цены. Мы сейчас поедем еще в другой магазин, я знаю, где дешевле. Я знаю, где дешевле цены, ну, в 2 раза почти точно. Булгур там был по 5 лир, а не по 9. А, в общем, здесь булгур очень дешевый считается, он дешевле, чем... Гречка. Представляете? Вот гречку я тут и не вижу. Так бы я показала, что здесь гречка дорогая. Но она не дорогая, но она дороже, чем... А, вот она. 19 лир гречка. Так, макароны. Вот. $0.50. Цена макарон. Я вам скажу, что из фирм, которых я знаю, мы покупаем пасту Зару, либо покупаем Барилла. Другие мы также покупаем, но это более такие неизвестные. В России как-то их не часто они встречаются. 5-6 лир стоят макароны. Вот это растительное молоко. На любой вкус и цвет. Кто какое любит, пожалуйста, кокосовое, миндальное, овсяное, арахисовое. Так, дальше. Заходим в отдел, где продается кофе. Вот с кофе, скажу честно, здесь... проблемы. Они очень, ну, не во всех магазинах. В этом магазине хороший ассортимент кофе. 54 лиры лавацца. $6. Отдел заморозки.
такие замороженные тортики можно тут купить. Вот цены. Отличное масло, огурцы. Из мяса здесь продается баранина и говядина. Но она такая достаточно дорогая. 85 лир, 69. Вот стейк стоит 98 лир. Фарш 91 лира мяса, 95. Мясо красивое. Быстренько пробежимся по сырам. Сыров большое количество. Вот показывал цены. Упаковки по 200-300 грамм этого сыра стоят по 2 доллара где-то упаковочка. Есть акции, 2 по цене 1 покупаешь. 400 грамм сыра за 4 доллара получается. Так, и вот отдел с мясом. Здесь очень вкусная курица, она натуральная, и вот ее любят покупать все. Курица здесь, грудка, вот 24 лиры, кусочки 34, фарш 20. Вот сейчас мы поедем в магазин, где курица, я говорю, подешевле. Это более красивый, может, магазин. Вот. Ну и тут рыбный. Рыба филе 29 лир. Что за она, не знаю. Вот лосось 71 лир килограмм. Меньше 200 долларов. Полкилограмма точнее там. Ну, различные заморозки, бургеры. Меня тут уже выгоняют. Сказали не снимать. Но я их не слушаю. Вот такие бургеры. В общем, ассортимент здесь большой. Не знаю, когда начинают писать, что здесь не очень по продуктам, я скажу, что здесь очень шикарный выбор всего. Тут бургеры, отдельно булочки, много замороженных, пиццы. Ну, вы видите, да, вот это на Северном Кипре ассортимент продуктов в магазине. Но это в магазине именно... Он возле, у нас в Лос-Анджелесе, я не знаю, как в других магазинах, где покупают недвижимость и живут, но вот у нас такой ассортимент товаров, и таких магазинов у нас достаточно. Сосиски, колбасы, скажу честно, отвратительные, но кто-то ест, кому нравится. Сосиски 2 доллара, вот упаковочка. Колбасы такие, вот 24 лира. 2,5 доллара пачка. Ну, в общем, как-то так. Ну и молочные продукты. Я обожаю вот этот йогурт. Это натуральные все йогурты. Белые, чистые йогурты. Вот овечьи. 16 лир, 2 доллара. Коровьи. Вот мы покупаем разные овечьи, коровьи. Вот эта фирма очень известная на Кипре. Вот, покупаем вот эти все йогурты. Сегодня я на рынке купила большую упаковку йогурта. Так это все покупаем здесь. Молоко стоит 6 лир, 8 лир, 7 лир. Вот, очень вкусный айран, всем известный. 1 доллар, 1 упаковка. Такие маленькие баночки. Пройдемся, посмотрим, сколько стоит алкоголь на Северном Кипре. Так, водка Абсолют. 1 литр это 130 лир. 70 миллилитров 89 лир. Смирнов 89 лир, литр. Белуга 70
миллилитров 218 лир. Хена CVS 70 миллилитров 314 лир. Курвазия VSOP 400 лир. Это чуть меньше 50 долларов. Это тоже более дорогие напитки. Black Label 200 лир, 750 миллилитров. Chivas Regal 15 лет, 70 миллилитров, 327 лир. Обычно Chivas Regal 12-летний 300 лир. Jack Daniels 200 лир. Турецкие виски 86 лир на скидках. Ну, вот более дешевый алкоголь. Клан Макгрегор виски 1 литр 80 лир. Гранс 1,5 литра 135 лир. Джим Бим 1,5 литра 200 лир. Джим Бим 1,5 литра 200 лир. Хайленд Квин виски 1,5 литра 112 лир. Я примерно хочу вам продемонстрировать, какой вот даже в нашем магазине, который находится возле дома, выбор алкоголя. Текилочка 90 лир. Бифитер. Литровая бутылка 142 лиры. Бакарди. Литр 150 лир. Егермейстер. Литр 184 литра. 70 миллилитров 139 лир. Вина тут, конечно, поменьше, чем крепкого алкоголя. Ну, цены довольно-таки демократичные. 40 лир, 39 – это итальянская вина. Испанская, она еще подешевле. По вину много очень турецкого вина, но также есть Испания, Италия. Выбор, в принципе, хватает. Французская вина, чилийская. Цена все, в принципе, до 80 лир. Это чуть меньше 10 долларов. По пиву, в принципе, небольшой выбор. Тут в основном представлен либо эфес турецкий, разновидностей Пивсон, Мальт. Пиво все стоит в районе 8 лир.
Ну и плюс известные марки. Miller, Bud. Туборг, Карлсберг. Ну, выбор пива, скажем, тут не особо большой. Только можно в определенных местах найти какое-нибудь английское, чешское пиво.